Очень простая история в драме. Спектакль по пьесе киевского драматурга Марии Ладо с одноименным названием в ближайшее время войдет в репертуар Барнаульского драматического. Действующие лица – люди и домашние животные. Лошадь, корова, петух, пес и даже ангелы. Жанр спектакля можно определить как пьеса-притча, трагикомедия, в которой автор показывает жизнь глазами животных. Этот необычный прием позволяет зрителям по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные вещи. Примечательно, что режиссером спектакля выступила актриса Барнаульского драматического Ольга Любимова. Для нее это первый опыт. Сейчас проходят последние репетиции. Увидеть очень простую историю барнаульцы смогут уже 9 ноября. Сейчас уже, ну, как бы дело идет к тому, чтобы собирать спектакль. Сегодня мы вот делали первый акт. До конца его вам не стали показывать, дабы не раскрывать тайну. И в дальнейшем, вот как бы несколько дней осталось у нас для того, чтобы собрать первый акт, второй акт и, собственно, делать прогоны спектакля.